Ключевое значение в этой эпизодической игре имеет сделанный выбор. Сюжет развивается в зависимости от действий игрока. Я оставила в прошлом так много тех, кого любила. Так много. Всех не упомянуть. Есть двое. Только двое, кого я никогда не забуду. Опа. И что мне делать? А! Думала, с ними покончено. Но они не покончили со мной. Скажите, как со звуком? Нормально все, а то вот жалуется кое-кто. Так. В принципе, можно сейчас зайти в настройки. Потише сделать. Так, размер субтитров тогда крупный сделаем. Так вот. Ну, поехали. Похоже, ей это снится. Я так думаю. Ну да, теперь-то точно понятно. С геймпадом, конечно, все это было делать, но почему-то не подхватился у меня игрой геймпад. Ну да ладно. Давай! Опа! Красота. Five Nights at Freddy's вспоминается, блин. Вот мишон, красавица, конечно, всех режет нафиг, на куски прям. Шикарно, хоть это и сон. Я думаю, в реале будет так же. Так же офигенно. Давай, вот так. Ну куда ж ты в плечо промазала? Так. Давай! Давай, мишон! Ого, класс. Правда, я не понимаю, что он вдруг заорал такой, как будто ему больно. Во, шикарно. Вот это же другое дело, правильно? Давай, меч доставай. Вот так. И тебя, тварь, последнего. Чё не отрубило-то? Что-то слабенько как-то. Ну что такое? Чё с мечом-то? Ты только что черепа им раскалывал, а теперь позвоночник не можешь разрубить. Ты чего?
Куда ты полез, гад? Главное, после огня такой обессилевший. По-моему, у них есть только два состояния, жив или мертв. Да, с хрустом. Что, она в костре прям стоит? Выходи оттуда. Спасибо. Эй, ты в порядке? Загрузить. Иногда я завидую мертвецам. Оу. Ну. Нет. Telltale Games представляет совместно со Skybound Entertainment «Ходячие мертвецы» Мишон. Оригинальная музыка к игре Джаред Эмерсон Джонсон. Эпизод первый. На большой глубине. Через 3 недели. Мама? Где ты? Черт. Все равно уснуть не могу. Рашид, прием. Отзовись. Ванесса, ответь. Черт побери. Эй, Пит. Мишон? Ты почему не спишь? Твоя смена начнется через час. Не могла уснуть. У тебя снова кошмары. Ты прикрываешь, ладно? Прикрываешь? Жизнь становится лучше. Постепенно. Ты не сможешь прийти в себя за одну ночь. На такое нужно время. Пожалуйста, скажи мне, если все, ну, станет так же плохо, как раньше. Мне просто нужно чем-то себя занять. Оук! 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 Чего? Иди сюда, Мишон будет вместо тебя. 2 минуты. Я еще не получил вести от Рашида или Ванессы. Никогда бы не рвали связь так надолго.
Мы меняемся каждый раз, когда я сюда захожу, на одном и том же. Все просто пропало. Это просто не имеет смысла. Пит, с ним что-то могло случиться. Может, им не удалось сюда дойти? Может быть, они еще здесь? Может, им нужна помощь? Мы просто этого не знаем, в этом беда. Может, нам удастся пройти здесь еще раз? Господи, какой перевод дерьмовый! Просто отвратительный! Ты слышала это? Слышишь это? Похоже на женский голос. Ванесса, ответь! Кажется, я что-то слышу, да? Ничего не разберу. Пит? Мишон? Опять короткие волны? Я не сдаюсь. Всего год назад в этой бухте было полно лодок, они куда-то делись. Если их нет, то это все не просто так. Я хочу знать причину. Прием, прием! Вы слышите меня? Прием! На помощь? Ты тоже услышал это, да? Она сказала на помощь. Не знаю, Пит. Не похоже на голос Ванессы. Но это человек, возможно, она знает, что здесь случилось. Черт побери, мы потеряли сигнал. Слушайте, если мы не начнем заботиться о людях, которые остались там, то мы ничем не лучше, чем эти проклятые ходячие. И мы узнаем, что мы в беде, Пит. Ладно, давай им поможем. Ну хоть кто-нибудь понимает. Ты единственная на этой лодке, кто приблизился к пониманию этого. Ни Берта, ни Сидик. Сидик. Не особенно гребаный Оук. Ты знаешь, что есть люди... О, господи. Сними меня, хорошо? Я разверну лодку. Так. Да, действительно, жуткий перевод, просто кошмарный. Я не знаю, я правда слышу другое, а мне какую-то хрень впаривают. То есть я не могу эту половину читать. Просто жесть. Так, диск шумоподавления... Включить. Так, сейчас мы что-нибудь поищем. А, АД. О. Так. О. Я же слышу. Я слышу, кто-нибудь и там есть? Вы слышите меня? Прием! Привет! Есть здесь кто-нибудь? Нам нужна помощь. Пожалуйста, ответьте. С кем я говорю? Черт возьми, работает! Это Сэм! Есть что-нибудь? Я ее слышала. Плохо. Я знал! Это плохая идея, Пит. Ты хочешь найти больше людей, но ты забываешь, каковы люди. Что она сказала? Что за... О, черт! Ни хрена не видно, мы врезались! Берта, Сидик! Вам лучше подняться сюда. А что мы налетели? Да если бы я знал, ни хрена не видно! Берта, держи штурвал прямо! Приготовься! Сидик, ложись! Ух, ты в порядке? Спасибо, что спасла нас. Нас. Проклятая ради, тебе нужно было просто немного приблизиться, прямо в долбанный камень. Я ходил по этим водам многие годы, здесь никогда не было никаких камней. Что за хрень это была? Ты сам сказал, что здесь что-то происходит. И тут больше не безопасно, твоих друзей нету. И чтобы их не прогнало отсюда, оно теперь возьмется за нас. Я же говорю, что это плохая идея. Вы просто параноите.
Стоп! Нам нужно освободить лодку, это наша задача. Она права, все эти разговоры не помогут вытащить нас отсюда. Это девчонка по радио. Что если она имеет к этому отношение? Ребята, тянемся. Сидик, снимите паруса. После того, как мы проверим лодку на наличие повреждений, мы можем начать тащить. Тащить они могут начать. Что она именно сказала? Так. Она сказала, что ее зовут Сэм. Я не смогла больше ничего услышать. Возьми-ка. Проверь, сможешь ли ты узнать, на что мы наткнулись? Просто посмотрите, подошли ли мы к чему-то. Я имею в виду, мне нужно знать, какие у нас есть варианты. Мы должны снова начать двигаться. Ради нашего же блага. Я не могу. Тащить! Нам нужно тащить! О, Господи. Божественно. Так, использовать бинокль, посмотреть вдаль. Seems pretty quiet. Ух. Кажется, здесь тихо. Да. Что-то пустовато. Приблизить как-то можно? Нет, здесь ничего не сделать. Смотреть особо не на что. Так. It's too dark to see much of anything. Темно. Опа, что-то вижу. There it is. А, вот в чем дело. Эй, Пит. Figured out what we're stuck on. Мы выяснили, на что мы наткнулись. Черт. По крайней мере, это не лодка Рашида. Эй, Мишон. Надеюсь, на этой лодке больше никого не осталось. Я бы не хотел так умереть. Простите, я много всякого дерьма видел на своем веку. Я просто... Знаешь, я не хочу, чтобы все это пропало. Я видел лучшие места, чем это, и шредить. You're not the only one. Ты не единственный. I shouldn't let him see me slacking off. Он не должен видеть меня таким расклеенным. Так. Yeah, I know. Да, знаю. Я этим занимаюсь. Looks complicated. Выглядит плохо. Пит. Let's fix this mess. Давай с этим разберемся и дунем дальше. Дунем дальше. Почему я хотел сказать двинем дальше? Нужно обязательно дуть. Дуть дальше. Надо дальше дунуть, боже мой. Шикарный перевод. Ну хоть какой-то есть, а, в самом деле. Ну это ржака. Так, мешок риса. Рис кончается. Скоро нужно будет найти какую-то еду. Саженцы. Это поможет вырастить фрукты на днях. Эти штуки очень древние, неудивительно, что они сломались. Эй, Мишон, нам бы не помешала помощь. Да ладно, я постою, просто посмотрю. Ладно, ладно. Нам чертовски тяжело справиться с этими парусами. Все-таки я настаиваю на своем, Пит недостаточно осторожен. Слушай, он просто оптимист. Называет как хочешь, но мы не должны пытаться найти людей. Мы должны держаться от них подальше, черт. Посмотрите, где мы. You think this is an accident? Damn wind.
Ты имеешь в виду, что это ловушка? Наши нелюди готовы на все ради выживания. И чтобы захапать такую лодку, как эта... О, ты думаешь, что... Ты все понял, да? Спасибо. Дальше мы сами. Так, окей. Ну и что дальше? Never had a tiller break like this. Гарантия стопудовой стекла. Гарантия на румпель. Чудно. Че, он стоит, смотрит, что ли? Я не понял. А, нет, надо на нас пойти. Так. Что это? Да. Ты будешь использовать бинокль или нет? Я кликаю, ничего не происходит. Может, мне нужно... А, во. Нужно сначала выбрать его слева. Супер. Так, 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 так. Что это у нас? Ты что-нибудь видишь? Похоже на старый паром. Возможно, нам стоит его проверить. Ну, знаешь, запчасти там, может, какая-то еда. Возможно. Так, ну и что дальше? Что-то я хожу тут по кругу. А дальше-то? Поговорить с ним, что ли, опять? Ну, понятно, сейчас опять меня пошлет. Нашлешь что? Нашлось что-нибудь? Видел паром, который разбился недалеко от берега? Паром? Последний раз я там паром и не видел. Рычаг румпеля слетел, его разорвало пополам. Чего? Рычаг румпеля. Он соединяет штурвал и... Знаешь, я ни хрена о кораблях не знаю, просто скажи мне, что нужно, Пит. Возможно, там есть то, что нам нужно. Это лучший наш вариант. Так. Знаешь, я просто хочу отсюда убраться. Говори, что для этого нужно. Я за. Рашид мог бы нам помочь, если мы его найдем. Стоит попробовать. Давай навестим команду. Мишон и я будем исследовать паром. Посмотрим, что мы сможем найти. Так, мачете. И точильный камень. Куда ж без него? О, прикольно, мне нужно... А, мне нужно мыши фигачить. О, класс. Не превращайте это все в спасательную операцию. Забыл своих друзей, верно? Лучше все найти запчасти и вернуться сюда. Я не могу этого обещать. Если кто-то попал в беду, я не могу просто оставить их. Мы не можем потерять еще кого-то. Ну уже, двигаемся. Готово? Готово. Здесь очень тихо. Я не знаю. Что-то не так. Вечный оптимист. Ну да, вон зомби плавают.
Знаешь, кое-что действительно беспокоит меня, и я хочу спросить. Что? Ты думаешь, это выглядит глупо? Что? Я не знаю, о, как ты мне нес чушь. Говорил, что я выгляжу как пират. А как ты думаешь? К черту Оука, что ему известно? Я знал, что ты будешь за меня. Думаю, что я так кажусь круче. Я знал, что рано или поздно рассмешу тебя. Ты всегда такая серьезная. Должно быть, это утомительно. Не испытывай сейчас судьбу. Знаешь, когда мы взяли тебя на борт, мы не думали, что ты задержишься. Ты ни с кем не хотела говорить, я решил, что ты уйдешь, как только тебе вернутся силы. Черт, я все еще продолжаю думать, что однажды проснусь и увижу, что эта шлюпка пропала, и ты вместе с ней. Что я могу сказать? Ты не самая ужасная компания. Я польщен. Когда мы встретились, ты была... То есть я видел, что ты собиралась сделать. Тебе было нелегко. Плавание, работа, это помогает. Если я останавливаюсь хоть на минуту, все снова на меня наваливается. Когда все тихо, я слишком много думаю. Знаешь, до этого я был сам по себе, как ты. Убедил себя, что мне это нравится. Но немного погодя, я просто... Ну, понятно. Давай, меч доставай! Руби! Вот так! Мишон, сзади! Ну понятно. Я уже думал, они плывут. Че они так быстро под водой идут? Ну серьезно. Блин, я бы там еле перся, а зомби просто хреначат, как черт знает что. Ну зашибись. Я все ждал, когда под воду. Когда? Вот оно. Твой. Кью. Отлично. А, класс. Фиговое это место, Мишон. Фиговое. Лучше наверх лодки залезть. Да, она поняла. Что? Что, как они лодку утопили? Ладно, не важно. Держи руку. Скорее. Нормально. Они почти достали нас. Полагаю, мне лучше заткнуться, да? Я не могу поверить. Черт возьми, спасибо, что прикрыл меня. Я? Ты сделала всю работу. Проклятие, ты уже дважды спасла мне жизнь. Вранье. Плохой знак. Не нравится мне это. Может сказать нам, куда все делись. Он может сказать, да. Вероятно, они мертвы, Пит. Всегда ожидаешь самого худшего, да? Ну, разве что найдем другую лодку. Похоже, мы здесь застряли. Посмотрим, удастся ли найти твоих друзей. Я думал, ты на них махнул рукой. Проверить не помешает. Похоже, попасть туда можно двумя способами. Трап или иллюминатор. Окей. О, крабик. Хе-хей. Так, залезть в окно. Или же... Даже не знаю. О, нарисованное имя. Что значит нарисованное имя? Это имя лодки. Mob Jack.
Ну, давайте, наверное, через окно попробуем. Надеюсь, ты не боишься темноты. Темнота. Темнота, темнота. Ну и вонь. Я не вижу. Ну, теперь у меня красный этот курсор. Прикольно. И что мне нужно? Что-то идти я не могу. Годить. Может, мне как-то... Не знаю. Лепота. Марго, спасибо. Спасибо, Рид. А чё она не идет? Ну, пауза, это, конечно, хорошо. А что мне делать-то? Подождите. Я могу, типа, закликать все тут до смерти. Она не идет. По идее, идти, наверное, надо как-то. Я что-то не знаю. Что за фигня? Ребят, она встряла. Почему она не идет? Мачете, бинокль. Бесполезно. Чё не так-то? Окей, может, у меня вдруг геймпад подключился? Нет, все нормально. Ну и почему она не идет? Куе. Зайдем в настройки. Управление. Пауза. Shift. Shift, наверное. Выберите действие. Упорядочить инвентарь. Так, показать вариант. Показать варианты даже есть. Сейчас посмотрим. Значит, T, Shift. Так. Shift, 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 Shift. Нет. А T? T тоже не работает. Ну, серьезно, что-то ботва какая-то, ребят. Я не знаю, она не идет. И ничего делать не собирается. Ладно, я перезайду. Нет, нет, не выход. Главное. Не пропустить, что ли? Ладно. Она не идет. О, тихо! Лепота. Во, заработало! У меня скрипт не срабатывал, посмотрите-ка, какая красота. Виталий, спасибо. Стоял, светил, они должны были подняться. Да они нифига не поднимались. Что бывает. Чё я нажал Е, слышь? Okay? Ты в порядке? Кто-то связанный. Ух, нифига себе. Жестко. Эти люди не были ходячими, они были казнены. Нет, о нет, не оставляй нас здесь, мы хотим пойти с тобой. Вы не можете идти со мной, ясно? Мамочка, когда ты вернешься? Кто бы смог сделать такое с ребенком? Просто теперь все так, причины не имеют значения. Это к чертям собачьим еще как важное, или мы не лучше их?
Знал, что там все плохо, но не думал, что до такой степени. Девушка. Похоже, это часто использовали. Они убедились в том, что никто не вернется. Не обратиться. Банки какие-то. Кровь. Как много крови. Фига. Если нам удастся найти что-то на этой лодке, то только здесь. Ну а чё, руби его и все. Взглянуть, вытащить мачете. Вытащить мачете. Чё на него смотреть? Отойди. Красота. Мы должны убрать его. Бедный ублюдок. Не видел ничего подобного. Всех этих людей просто убили. Черт побери, кто мог такое сделать? Это не был кто-то со стороны, они сами с собой так обошлись. Я уже это видел. Этот мир меняет лучших из нас. Иногда к худшему. Не так. Приготовься. Мы не знаем, что внутри. Оу. Открываем. Что ты видишь? Там вещевой мешок. Похоже, он в хорошем состоянии. Никого нет. А я уже скримера ждал. Ну ладно. Ух ты! Джекпот! Кто-то забрал все остальное, но оставил это? Это бессмысленно. Знаю, но черт. Нам бы это пригодилось. Антибиотики, патроны и персики. Те самые долбанные персики, которые, варили в этом, я помню, лодж называлось это. Лепота. Здравствуйте, мужик, и удачи. Архипыч, спасибо, бро. В лыжном домике, на горе, во втором эпизоде второго сезона «Ходячих». Бойся, дыму ха-ха-ха-ха-ха-ха. Больше, чем три. Больше, чем три. Спасибо, Полин. Так, вот. О, боже. Персики и фасоль Мэри Лили. Я ел их 3 раза в день на завтрак, обед и ужин. Сводили мою маму с ума. Да, блин. Лекарство. Where'd all this stuff come from? А это откуда? Plenty of ammunition. Куча амуниции. Cigarettes. Сигарета? Don't show those to Berto. Не показывай Берто. Мы только уговорили его бросить. We should see what else we can find. Посмотрим, что еще удастся найти. Так, может Логан. Что-то мешает.
Есть что-нибудь? Empty. Пусто. Жаль, 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 жаль. Locked. Закрыто. Касса. Касса такая передвинулась. Money's still here. Деньги все еще здесь. Да кому нужны деньги? Теперь они бесполезны. Что это? Someone had a sweet. Кто-то любит сладости. Лепота. Во втором сезоне пропустила начало. Спасибо, Диан. В записи потом посмотришь. Так. This thing's probably been empty. Эта вещь, возможно, годами пустовала, но кто знает. Опа. Сантос. Почему-то второй этот ящик с наклейкой Логан. У него что, два ящика было у Логана? Нет, не у Росомахи. Это явно другой Логан. Ого, вонзить мачете можно сразу. Ну ладно, откроем. А я мог его убить. Назад! Опа, Грег? Что происходит? Эй, полегче. Кто вы такие? Вы кто? Я Мишон. Это Пит. Мы просто проходили здесь. Ну да, как же? Это наша сумка. Отойдите-ка, ладно? Не дурите. Я не хочу этого делать. Бери. Это твое. Ух, ё-моё! Да, в плечо ему стреляй. Грег, держись! Понеслась! О, да! Давай, давай в слоумо! Сделай это в слоумо, детка! О, да! Офигеть, они комбинации сделали! Слушайте! Шикарно! Не ожидал. Не ожидал реально, что они движ сделают. Вообще. На. Красота. Давай в мясо прям. О, шикарно. И Пит такой, я тоже помогал. Ну чё? Ах ты сучка. А ты хер бы. Опа. Эй, стоять. Рэндалл! Черт! Ох, не нравится мне. Кажется, наши воры попались. Отличная работа. Ты? Похоже, ты прикалываешься. И на этот раз у тебя помощь. Интересно. Думал, ты в одиночку работаешь? Мы не с ней. Что? Это все недоразумение. Не думаю, что я тебе поверю. Прикольно. Черт. Я знаю, что Сэм всего этого не сделала. Доставить их в лодку. И поосторожней, эти новички не шутят.
Отведем их к норме. Ну да, понятно. Шевельнуться? Стреляйте. А чё я должен был заступаться еще за этих козлов? Мы их спасли, блин, а она все равно такой, о, давай, сваливать. Все равно, небось, буду в итоге их спасать, блин, по жизни. Посмотрим. Два погреба, зажигалка, карман... Каких погреба? Укусов нет. Отдайте нам оружие. Не волнуйтесь, вы получите его обратно, как только мы все почистим. Чушь собачья. Слушай, детка, ты уже вся в дерьме. Знаешь, будь моя воля, я бы просто выбросил тебя за борт и посмотрел бы, хорошо ли ты плаваешь со связанными за спиной руками. Парень говорил со мной. Может, я смогу его вразумить? Поосторожнее, ладно? Эй, хватит болтать. Говорить будешь, когда тебя спросят, понятно? Ты, начнем с тебя. Как тебя зовут? Пошел нахер, меня зовут. Сначала ты. И куда делись мои манеры? Я Рэндалл. Мишон. С этим разобрались. Поговорим о том, что вы сделали. Мы ничего у вас не брали. Заткни пасть. Я говорю с твоим товарищем. Я не крала у тебя это дерьмо. Мы нашли сумку, наверное, именно она ее украла. Я не с тобой разговаривал. Посмотрим. Хорошая мачете. Ты неплохо справилась с ходячими, но сможешь ли ты справиться с теми, кто будет отбиваться? Развяжите меня, я вам покажу. Держу пари. С оружием вроде этого ты должно быть уверенно чувствуешь себя в ближнем бою, устраивая бойню. Знаешь, каждый найденный нами живой, у них с собой мертвецы. Что? А кто у тебя? Мать? Отец? Может, несколько сестер? Нет, дети. Ты? О, я бы за 1000 лет не догадался. Так ты? Тебе больше нечего терять. Отвали-ка нафиг. О, похоже, я задел за живое. Не волнуйся. Я такой же, как и ты. Ничего страшного. Стыдиться нечего, он сказал! Сказал, стыдиться нечего. Почему вы так переводите? Посмотри, где мы. Монро. Слушайте, круто, нифига у них тут. Живут на лодке. Вот куда лодки все делись. Винодев в прошлый раз не удалось. Что-то там. Sorry. Нужно было у нас что-нибудь красть и ценить наше маленькое поселение. Готов поспорить, ты о них не подумала. Люди. Свет. Похоже на настоящую общину. Моя сестра. Она тут самая главная. Ей просто не терпится увидеть тебя. Закари, слава богу. Ты ранен? Я в порядке, Йонас. Я в порядке. Вот, нашел твои пропавшие лекарства. Спасибо, я отнесу обратно в лазаретах. Твоя работа еще не закончена. Давай. Рэндалл, что это такое?
Черт побери. Я надеялся, что больше никогда не увижу тебя, Саманта. Норма, я... Ни слова. Не от тебя. Нашел их на пароме вместе с этим. Вон та. За ней следует присмотреть. Это правда? Ты опасна? Ты называешь меня опасной? А кто угрожал нам? Связал нас? Я приношу извинения, если мой брат плохо к вам относился. Рэндалл, проводите их дам в кладовую. Этим двоим отведи удобное местечко. Что? Там мой брат. Ну же. У тебя все под контролем? Грег, с тобой будет все в порядке. Шевелись. Что-то меня подтормаживало. Понятия не имею. Куда они тащат Пита? Не волнуйся об этом. Что с Грегом? Как-то пустоват, правда? Как будто чего-то не хватает. К счастью, моя сестра хорошо умеет добиваться ответа. Она разузнает, что вы сделали с остальными. А если нет? Мы с тобой посудачим с глазу на глаз. Я этого не допущу. Следите за ней. Она вполне может устроить неприятности. Обожаю проблемы. Ты мне не указ. Тебе следует это пересмотреть. Я бы сказал, устраивайтесь поудобнее. Но этого, скорее всего, не будет. Нам нужно выбраться отсюда. Они собираются навредить Грегу. Навредить? Ты можешь помолчать, пока я думаю? Хорошо, давай. Мне вообще не следовало втягивать в это своего брата. А теперь и вы. Ты уже здесь бывала, да? Да, бывала. Я знаю путь вокруг Монро, я смогу вывести нас отсюда. Это моя вина. Бедненькая. Мне так жаль. Я просто пыталась защитить свою семью, это все. Я никогда бы не подумала, что они вернутся на паром. Ты права. Это твоя забота. И ты скажешь об этом Норме. Она мне не поверит. Тогда тебе следует быть убедительной. Она не станет слушать. Веревка слишком туго завязана. Видишь что-нибудь, чем можно ее разрезать? Что-нибудь острое. Так, сиги, вещевые мешки, куча запасов, спасательные жилеты, Сэм. Ну, разве что может быть вот здесь что-то. Скорее всего, они забрали это с парома. Ну, это хорошо, это понятно. Что-то здесь нужно найти. Ну, может, здесь, не знаю. Она была полная? Да мне откуда знать? Лепота. Поздравляю с Днем Защитника Отечества, П. Спасибо, Антон. Так. Так, секундочку. Сейчас я... Что-то надоело в окне играть, если честно. Это не так удобно, как я планировал с самого начала. Так. Отлично. Так. Hey.
Эй, Сэм. Ты смотришь? Мы должны что-нибудь найти. Ну да, да. Что, сигареты? Кто-то очень любит эти сигареты. Такой же марки, какой были в сумке. Они забрали и спасательный жилет. Вот почему на пароме ничего не осталось. Все это здесь. Даже Мишка. Стоп, те самые игрушки, которые она видела во сне? А-а-а. Ну понятно. Это значит, ей потом привидится. Ясно, ясно. И что? Робо? Робо? Ух, ё! Мать его! Что? Что происходит? Я... This is freaking me out. You're freaking me. Just leave me alone. Просто оставьте меня в покое. Please. Прошу. I didn't mean to cry. Я не хотела выпытывать. Да, напряженненько. Ну уже! Ты хочешь отсюда выбраться? Скажи мне правду. Вы видели тела на пароме? Это была другая группа. Иногда мы торговали с ними. Рэндалл их всех убил. Каждого, даже детей. Пришли со всей его командой. Откуда ты знаешь? Ты видела, как это произошло? Мы искали провизию. Затем мы услышали выстрелы и крики. Мы пытались найти выживших, но... Затем они забрали то, что осталось. Вот почему эти вещи здесь. Так они и поступают. Они думают, что все, что на воде, принадлежит им. Они забирают все, что найдут. А тем, кто сопротивляется... Знаешь ведь, как бывает. Я видела, что сделал Рэндалл. Теперь понятно? Если есть дорогие тебе люди, ничего этим не говори. Этим? Кто-то возвращается. Труба разболталась еще чуть-чуть и... Я на свободе. Подумай, что ты делаешь. Нам нужен план. Ты есть мой план. Так, отлично. Но если кто-то сейчас зайдет, что дальше? Слушай, бросаемся на того, кто войдет в эту дверь. Другого способа выбраться нет. Может, ты ее развяжешь сначала? Ладно, стоит попробовать. За дело. А что, как она, блин, она связана? Что эта девчонка сделает? Ага, он еще и с калашом, супер. Тут тихо. Я был готов к бою. Хорошая работа, держитесь вместе. Красота. Вот и все. Ладно, немножечко проваливается. Знал, что вы опасны. Давай, Норма хочет поговорить. Дерьмовый план. Девчонка ничего бы и не сделала. Теперь и лицо разбили, блин. Вообще супер. Что ж, Мишон. Oh,
Я слышала, твой друг назвал тебя так. Это замечательное имя. Норма? Всегда хотела быть Вероникой или Гвендолин, когда была маленькой. Но, видимо, я с этим смирилась. А тебе повезло. У тебя имя, которое люди запомнят. Мишон. Черт, это здорово. Сильное имя. Давай ближе к делу. Я сожалею об этом, но... Хочу поговорить. Тогда, может, уберешь это? Разумеется. Когда узнаю тебя получше. Знаю, ты злишься, но попробуй взглянуть на все это с моей точки зрения. Все указывает на то, что кража у меня и моих людей — твоих рук дело. Из-за этого мы оказываемся по разные стороны баррикад. Если ты видишь это не так, просвети меня. Помоги мне понять. Если все пойдет хорошо, я буду рада избавить тебя от них. Ты хотела узнать меня? Давай поговорим. Вот что я хотела услышать. Ты должна помочь мне разобраться во всех деталях. Сделаешь так, и можешь идти домой. Продолжай. Считай это предложение мира. Ладно. Хорошо. Так расскажи мне, ты и Саманта. Как долго вы были вместе? Никогда раньше тебя не видела. Я только что ее встретила. Правда? И что привело вас на тот паром? Уже очень странно, это вы ни с того ни с сего наткнулись на него посреди воды. Мне никак в голове не укладывается. Что ты хочешь услышать от меня? Мы были неподалеку, увидели паром. Вот что случилось. Это не ответ. Ты продолжаешь тратить мое время, уходя от ответов, и создаешь проблемы. Я не буду ей палить, что у нас там лодка стоит. Единственная причина, почему ты еще здесь сидишь, это потому, что я решила, что хочу услышать твою версию событий. Я советую тебе прекратить ходить. Ходить нахер! В противном случае все перестанут быть такими радостными. Не принимай мою доброту за глупость. Не надо мне угрожать. Нет, не собираюсь. Но ты ставишь меня в неудобное положение. Так вот, как мы поступим. Ты расскажешь мне то, что я хочу знать. Как много вас здесь? Больше никого нет. Интересно. Полный бред. Ну ладно. Я знаю, как все это выглядит с твоей стороны, я понимаю. Но ты не все понимаешь. Раз вы только что встретились, тебе следует кое-что знать о Саманте. Эта барышня — прирожденная лгунья. Она постаралась. Готова поспорить, она тебе мозги знатно запудрила. Мол, все, она виновата, и как ей жаль, помоги, ну пожалуйста. Сбежать от злой нормы. Ну как, уже тепло? Ей не в первый раз удается такой обман. Почти поверила ей? Она ничего такого не говорила. Она еще скажет. Она уже лгала нам раньше. И крала тоже. Понимаешь, почему я немного расстроена? Я имею в виду, я отпустила ее без последствий. Она просто ребенок, слишком молода, чтобы узнать что-то. Да, похоже, я на тебя одурачила. Грань между щедростью и разрешением садиться себе на голову очень тонкая. Я верю в то, что все заслуживают второго шанса. Но третьего никогда. Что
А что с теми людьми на пароме? Казнили детей, целые семьи. Сколько шансов дали им? Мы этого не делали. Собиратели. Это они всех убили, тех детей, их семьи, а потом захватили паром. И туда пошел Рэндалл. Он совершил над убийцами правосудие, сделал так, чтобы они больше не убивали. Этим мы здесь и занимаемся, защищаем людей. Я привожу людей, слежу за тем, чтобы их кормили и одевали, чтобы за ними ухаживали. А они тебе что за это? Компенсацию? Нам нужно то же, что и всем. Объединяя ресурсы, мы выживаем. Ты и сама все это знаешь. Хватит ходить вокруг да около. Где остальное? Что? Ты сказала, что вы были не с теми ребятами, но Рэндалл поймал вас вместе. У вас было это, но большая часть так и не была найдена. Где остальное? Боеприпасы, пули. Это все, что было. Оно же не могло просто исчезнуть, правда? Приведите парня. Что ты... Выполняйте. Вот как все будет. Я знаю, что он не будет говорить со мной. Его сестра, скорее всего, забила ему голову всякими историями. Поэтому вопросы будешь задавать ты. Пустите меня! Видимо, быть занозой в заднице учат в семье. Грег, верно? Мы просто проверим кое-какие факты. Посмотрим, совпадают ли ваши истории. Я ни за что не буду говорить с тобой после того, как твой брат... Черт, Рэндалл! Пошел ты! Хочешь еще раз? Ну же, Рэндалл. Мишон, не спросишь ли ты Грега о том, о чем я спрашивала тебя? Я не собираюсь ничего для тебя делать. Ну, если ты так... Ух... Ну ладно. Хрен с ним. Как долго вы путешествовали вдвоем? О, очень долго. Мы старые друзья семьи. Это не то, что сказала Мишон. Она сказала, что вы только что встретились. Он просто напуган. Оставь его в покое. Пацан врет. Какого хрена они все на меня хотят свалить? Иди в жопу! Вопрос о твоих людях. Ну ладно. Она хочет узнать, как много нас здесь. Нас много, очень много, и они хорошо вооружены. Что ж, это расстраивает. Она сказала, что вас только четверо. Только не это. Она права. Рэндалл, по-моему, ты донес свою мысль. Возьми полотенце, Закари. Оставь его в покое, ясно? Он просто ребенок. Побереги жалость, но потом, когда мы закончим. Возьми гребаное полотенце. Он снова врет? Ой, блин. Грег лжет. Ну ж хватит его мутузить уже, какой в этом смысл? Черт побрать, Рэндалл, блин! Фига, не с матом даже перевели, неплохо. Норма, пожалуйста, это не работает. Ты не добьешься результатов таким путем. Какого хрена ты предлагаешь? Похлопать по голове? Он прав, Рэндалл. Это уже слишком. Как и всегда, людям нужна твердая рука. Добротой дисциплины не построить. Ум не значит доброта, Рэндалл. Так как ты хочешь, мы не получим того, что надо. Мы с Закари разберемся. Иди вниз и приведи второго типа.
такой злой, блин. I appreciate you telling the truth, Michonne. Я ценю то, что ты говоришь правду, Мишон. Ты ума не приложу. Как тебе удалось так долго прожить? Закари, на пару слов. Ты в порядке? А ты как думаешь? Они с нами закончили? Мне кажется, станет хуже. Может, они остановятся, если ты скажешь им, что им не хотят услышать? Я бы с радостью, если бы мог. Не важно, сколько раз я это повторяю, никто мне не верит. Верить не могу, я обоссался. Правда, если бы меня сейчас увидели младшие братья... Никогда в жизни этого не делал, никогда. Никогда так не боялся. Было бы глупо сейчас не бояться. Ты не выглядишь напуганной, ты выглядишь так, будто видел это тысячу раз. Я знал о гнильцах. Ладно. Но люди намного хуже их, правда? Не знал, что все так плохо. Они знают, что они делают. Не все такие, как они. Я встречал и других, людей, которые не убивают, если в этом нет необходимости. Если бы они были здесь. Не знаю. Все это... Я говорю так о людях, но... Люди, семья, они единственная причина, чтобы жить. Что если у тебя даже этого не будет? Они остались. Мои дочери. Я не знала. Ты лжешь себе, чтобы выжить. Что ж, продолжай. Но если ты остановишься... Мишон! Плохо выглядишь, мальчик. Я не мальчик. Мальчик. Что с ним сделали? Задали несколько вопросов. Сэм? Я ее не видел. Черт. И как играть? Да, Мишон. Как играть? Просто скажи им правду, Пит. Да, Пит, просто открой свое сердце. Блин, скажи им правду, он же что, он сейчас разболтает, что у нас там типа дохрена, еще лодка есть. Блин, это я зря сказал. У меня есть лишь несколько вопросов. Блин, если он сейчас расскажет... Это зря было. Я что-то не понял, к кому я типа обращаюсь-то, блин. Я думал, ко всем остальным. Ладно, затупил. Какого дьявола? Йонас! Потерял терпение, которое тебе необходимо? Нет, ты не можешь. Йонас! Не все здесь живут в нищете. У Йонаса и Закари одни из самых лучших кают на корабле. Хороший доктор заслуживает этого. Черт, он так много работает. А что ты делаешь, Закари? Кроме того, что трахаешь Йонаса. Что? Что? Ты не собираешься терпеть это, Закари? Что, Закари, смолчишь? Не лезь в это! Только посмотрите, характер хочет показать. Слушай, что бы ни собирался сделать Рэндалл? Нет, я не собираюсь заниматься этим дерьмом. Твоя гребаная бесполезность закончится сейчас. Время отработать свое жилище. Вот, продолжай. Заставь их говорить. Где остальные припасы? Сумки с амуницией. Не стоит держать палец на спусковом крючке. Не надо мне говорить, как держать гребаную пушку. Не знаю, Закари. Может, она лучше тебя знает. Если Рэндалл мудак, это не значит, что надо быть таким же. Эй, ты не собираешься терпеть это, Закари, так ведь? Я не такой, как он. Докажи.
По-моему, она тебя всерьез не воспринимает. Быстро! Мне нужно место. Сейчас же! Вот так. Осторожно, не подходи слишком близко. Просто сделай глубокий вдох, хорошо? Поговори с нами. Я успокоюсь, если ты успокоишься. Эй, кто здесь главный? Ты или она? А? Хочешь ответов? Спрашивай меня! Хватит! Хватит не двигаться! Сэм! Скажи, чтобы Рэндалл ушел, тогда мы скажем все, что вы хотите знать. Идет? Последний шанс, Закари! Делай что-нибудь! Хватит! Черт возьми, Закари! Кто так палку перегибает? Я не... Наружу, быстро! What? Fuck. Ну все, конец Грегу. Сэм? Не могу, нам нужно выбраться отсюда! Мы должны помочь ему! Да как вы поможете? Ранение в живот, конец ему! Так, разбитое, перерезать наручники. Давай, блин! Мышь! Что? А! Я свернул игру! Я свернул! Нет! Давай, давай, давай! Блин, я мышь улетела на другой монитор. Грег! Так, что тут у нас? Рубашка, подобрать. Так, быстро. Нужно положить его. Так, рубашка. Держись, Грег. Давай, не умирай. Пожалуйста, не умирай. Подумай об Алексе. Ты же его герой. Что он будет делать без тебя? Не очень хороший герой. Нет, ты такой, Грег. Пожалуйста, держись. Вот и все. Его нет. Он обратится, Сэм. Это происходит быстро, у нас мало времени. Боже. Мне понадобится твоя помощь. Я не могу, я не могу. Еще секунду, пожалуйста. Не сейчас. I can't let you go yet. Greg. Get off me. Отстань от меня, я просто... Просто нужно больше времени. Ну вот, пожалуйста, наслаждайся. Держи его. Прости меня, Грег. Господи Иисусе, да что ж такое-то? Да вы что, обалдели, что ли? Всю жизнь с одного убивала. Q надо было нажимать. Я даже руку убрал с клавиатуры, если честно. Не успел. Какого хера? Придурок. Что с ним случилось? Ты, блядь, застрелил его! Я не хотел! Думаешь, это важно? Ты убил его! Это была случайность, я клянусь, клянусь! Нам нужно его выслушать. Зачем? Он убийца! Пожалуйста! Из этой комнаты ты не выйдешь, сукин сын!
Да что ты, с девчонкой не можешь справиться, что ли? Упс. Ты не сделаешь этого. Ты этого не сделаешь. Mm-mm. Ничего он не сделает. Ай. Ну какой смысл его валить? Он реально сыкло и случайно выстрелил, блин, потому что этот урод давил на него. Он ничего не сделает. Я вам гарантирую, 100% вообще. У всех есть свои демоны, детка. Мне довелось разных придурочных видеть. А ты? Ты не так, как все. Не так, как все. Не такая, как все. В клетке, из которой тебе не терпится выбраться. Я вижу по глазам. Ты убийца. На такое ты способна. Ты не знаешь, на что я способна. Короче, стопудняк, в конце игры вот этот мужик, который с ней, ну, с самого начала был, как это там, Ник, Пит, по-моему, да? И вот эта девчонка, они оба умрут? Она им бошки от... Нет, не бошки, она им руки отрубит и челюсти, и будет водить за собой на цепи. По-любому так будет. По-любому. Час двадцать, короче, проходит эпизод, очень коротко. Ну, в принципе, о чем мы ожидали-то? Это Telltale, все стандартно. Вы выдали Грега Норме. Ого. Прикольно. Все его защищали. Вы пытались остановить это. Это! Пытался ли остановить это? Короче, большинство опустили. Как вы вошли на заброшенный паром? Ага, прикольно. Большинство через трап пошли. Через верх. Вы постелегли Рэндала в кладовой. А, тоже большинство. Ну вот тут. Никто не выдавал, все его защищали. Да ну их нафиг, ну реально, они с самого начала что-то подставляли нас. Какая-то фигня. Не, ну поц-то ладно, поц нормальный. С девчонкой я не знаю, что тоже. Короче, как всегда, ходячие мертвецы, не знаешь, кому доверять. Вы позволили Сэм выстрелить в Закари. Ну вот, большинство, вообще подавляющее практически большинство. Пущить. Ну реально, ну поц, просто на него орали, он выстрелил за того, что он сыкло. Ну, ё-моё, что тут сделаешь, что тут скажешь на самом деле. Эпизод первый на большой глубине. Ну что я вам скажу, мне очень понравилось то, что они сделали реально крутые бои. Жалко, что он всего один был вот такой бой, и там прям комбинация клавиш нужно прям набирать, и она такая рубит. Это правда было очень клево, потому что раньше такого не было даже близко. Ну мы там нажимали лениво кнопочки и все, в принципе. Ну, разве что были такие жесткие моменты, где нужно прям долбить вообще. Я помню в первом сезоне, в конце, когда нужно было убивать этого... мужика, который хотел Клементину забрать. Вот, вот там жестко прям надо было фигачить. А вот таких вот тем реально не было. А тут прям экшон. Хотелось бы, конечно, его побольше. Но, в принципе, достаточно насыщенный был эпизод. Вот, мне понравилась музыка. Конечно, очень много непоняток, очень много каких-то странных персонажей. Их мотивы неясны. Все друг на друга валят все постоянно. И вообще доверять, кроме своим... А это именно Питу, больше некому. Вообще, совершенно. Но мне музыка еще понравилась. Прям сделано классно. Хорошо. Но будет забавно, если и правда все окажется так, как я и говорил, что вот эта девчонка и именно Пит, вот они окажутся теми двумя ходячими, которых она будет водить за собой. А может и нет. Без понятия. Мишон это реально вот... Самые интересные персонажи, кто вообще из ходячих для меня, это Мишон, по интересности именно, это Мишон и вот парень из последнего сезона с палкой, который, я, кстати, последний сезон не досматривал и где-то на середине остановился, поэтому ничего не могу сказать, если там кто-то новый появился.
Вот. Мишон и чувак с палкой. Вот они хорошие, они очень положительные, но вот чувак с палкой, он что-то слишком положительный, меня это выбешивало, если честно, в последнее время. А вообще из интересного, конечно, мне еще очень Глен нравится. Очень, очень. И, кстати, я забросил как раз на том моменте, где с ним кое-что случилось. Это я не хочу спойлить, если кто-то не смотрел. Я прям, твою мать, да идите вы все в жопу, короче. Вот так вот примерно. Ой. Да, хорошо, хорошо, в общем. Хорошо, Марин, я послушаю обязательно музыку. Добавлю. Надо в группу, кстати, добавить, точно. Надо будет в группу добавить, в аудиозаписи группы, так что. Так что вот. Боюсь, что потом на записи придется мне эту музыку подрезать, потому что сейчас по авторским правам она чекнется быстро и всю я вырежу. Так что... Так что... Слушайте, пока она есть. Да, друзья, это конец первого эпизода. Собственно, все остальные эпизоды, да и остальные игры от Telltale я точно так же буду стримить прям сразу на релизе. Прям сразу, вот буквально вот они выйдут, и буквально через 10-20 минут я буду стримить, так что следите, приходите, я буду стараться делать анонсы. Но вот сейчас получилось как-то очень спонтанно. А так. Спасибо моим чудо-модераторам за модерку. Вы молодцы. Правда, я в чат практически не смотрел, потому что я был увлечен игрой. Там выборы, диалоги. Вот такие вот дела. Ну, что дальше? Главное меню. Главное меню. Ну что ж, дорогие друзья, и еще раз всем спасибо за то, что были на стриме. Не забудьте поставить лайк и что-нибудь откомментировать под записью, потому что она появится голая, без всяких вообще комментариев. Ну а на этом у меня все. Всем пока.